Господь, мы благодарны за свободу. Звучала та молитва средь штормов. Корабль пробивался через воды, чтобы достичь желанных берегов. Те люди, что устали от гонений своих же братьев в Англии родной, претерпевая множество лишений, достигли, наконец, страны чужой. Америка. Земля уже промерзла. Под ветра вой колени преклоня, вознесся в небеса их общий возглас. Свобода! Славим мы, Господь, Тебя! Лишь половина этих пилигримов смогла ту зиму страшную прожить, и множество людей, детей, любимых им приходилось часто хоронить. И, умирая в холоде и муке, звучали там последние слова. Господь, я вновь в Твои вверяюсь руки, свободен я, душа моя жива. Пришла весна, зазеленели всходы, Господь их тяжкий труд благословлял. В награду за терпенье и невзгоды им Бог обильный урожай послал. При окончании непростого года они решили праздник совершить. За урожай, за жизнь и за свободу Творца Вселенной возблагодарить. Господь, мы благодарны за свободу! Звучала вновь молитва многих уст. И в этот день мы будем год от года благодарить Тебя, Господь Иисус. С тех пор тот праздник, День Благодарения, стал добрым днем для множества людей. Он повод встреч, семей объединения, традиций и обрядов, и идей. Но каждый год тот праздник возвещает, что Бог заботлив, милостив и благ, что Он своих детей освобождает, проложит путь, поможет сделать шаг. Лишь тот, кого освободит Сын Божий, он истинно свободным может быть. И, взяв свой крест, пройти путь веры сможет и станет Царству Божьему служить. Благодарим и славим мы сегодня по истечении многих трудных лет. Господь, мы благодарны за свободу, которой ничего дороже нет.